Итак, мотоцикл Минск М105. Практически весь в оригинале. Есть, конечно, косячки, сваи. Поменены амортизаторы. Ну, короче, частичные переделки есть. Все-таки старый, древний. ММВЗ. Года два назад он еще заводился. Сейчас попробовал, краник закорил. Он болтается, пробовал, бесполезно. Но топливо налил. Но я думаю, при желании его завести можно будет легко. Вроде как он еще на заводской резине даже. Фонарик целенький. Труба выхлопная, не гнилая, ничего не ржавая. Капсула времени, скажем так. Ручка, зеркало, это уже не от него стоит. Ну, тем самым вид какой-то придает. Резина маленькая, узенькая. Но даже еще пупырышки остались. Не знаю, вот это что обозначает, 76, год ее 76 или еще что. Ну, как-то так. А так, мотик еще когда-то ездил. Смотрите, может, кому-то надо.